Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим позицию, в которой белые неминуемо проигрывают уже после своего второго хода. Позиция возникает после ходов g4, b5, дебют игра Петрова или так называемый дебют игра по уголкам, и белые здесь иногда делают ход ed4. Этот ход уже проигрывает. Так иногда играют начинающие шашисты и шашисты-стоклеточники, которые не знают теорию русских шашек. Впервые данное положение встретилось в партии Беспалов-Городецкий. И в дальнейшем гроссмейстер Вениамин Городецкий доказал, что белые проигрывают во всех вариантах. Делаем точный ход cb6. И, друзья, в чем суть данной позиции? Увидите, у белых и так в начальной позиции не развита шашка А1. То есть здесь еще белые полностью загромоздили свой сильный левый фланг, и развить эту шашку так и не получается. В данном положении есть две системы. Можно играть dc5, попытаться пожертвовать шашку, но черные побеждают во всех вариантах, и либо играть fg3. Тогда черные постепенно зажимают левый фланг белых и играют на связку. После хода fg3 надо играть bc7. То есть мы сохраняем неудачное положение белых шашек. Видите, на ход ab4 играем bc5, cb4 невозможен, на dc5 и de5. Также выигрывается шашка, то есть остается единственный ход, по сути, это de3. Все остальные ходы ведут к тому же. Теперь играем dc5, и тут у белых появляется несколько вариантов. После cd2 или e2 черные проводят стандартную комбинацию для дебюта игра Петрова. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за черных. Черные играют cb4, fg5, бьют на e5 с перебоем. И затем забирают три шашки соперника. Потом еще заберут шашку f6 и останутся с двумя лишними шашками. Поэтому в данной позиции возможны только ходы gf2 и gf4. Давайте разберем их по очереди. После хода gf2 черные играют cd6. Видите, стоит угроза отдать одну шашку и забрать три. Хода gf4 нет из-за комбинации. То есть отдаем одну, затем вторую. И забираем 3. Остаемся с лишней шашкой. Поэтому такого хода нет. У белых единственный ход cd2. Теперь черные точно размениваются на поле g5. И видите, нет хода gh4 из-за подрыва пункта e3. Поэтому у белых остается единственный ход gf4. Теперь играем fe7. И у белых возможны 3 хода. de5, hg3 и fg3. После de5 черные проводят разгромную комбинацию, которую показал на своем канале мастер из Украины Евгений Ивашко. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные играют e6, белые бьют и затем подрывают пункт e3 ходом cb4. Ну и как бы белые здесь не били, они все равно проигрывают. То есть побили, и черные проводят красивый удар. Шашка превращается в дамку и затем уже продолжает свой удар как дамка. И за гребущими руками снимаем 5 единиц соперника с выигрышем. В этой позиции на ход fg3 черные нападают ходом gh4, и у белых есть 2 хода. ef2 и fe5. Рассмотрим оба. После хода fe5 бьем на f4 и затем размениваемся вперед. Ну, размениваться бессмысленно, вперед, из-за комбинации, то есть отдаем одну, затем вторую, забираем три и легко побеждаем. То есть так играть бесполезно. Поэтому белым в этой позиции надо играть EF2. Тогда черные играют FG5 и форсированно возникает позиция с комбинацией за черных. DC7, GF4. CD6, DE5. И в этой позиции черные могут провести симпатичную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за черных. Черные играют CD4. Надо бить на C7. Черные бьют назад. Надо бить на E5. И черные проводят сперва подрыв пункта E3,
а затем свой финальный удар. То есть шашка g5 попадает на поле c1, превращается в дамку. И затем уже загребущими руками снимаем 4 шашки соперника с выигрышем. Если белые закрываются в этой позиции ходом ef2, тогда играем dc7, не давая хода de5 из-за банального cd4. Поэтому у белых остается единственный ход, это размен на поле e5. И в этой позиции важно запомнить, что нельзя сразу же нападать ходом ed6. Здесь уже белые владеют преимуществом, то есть видите, черные не могут выиграть шашку из-за ударчика белых. Они отдают шашку ходом gf6 и затем проводят вот такой ударчик. И здесь уже черным надо очень аккуратно обороняться. В этой позиции есть симпатичная идея за черных. То есть можно отдать шашку ходом аб4 и затем нападаем на шашку белых e5. И как видите, друзья, белым просто некуда прилично пойти. Им приходится сдаться. Ну и самый сильный ход в этой позиции, после которого белые еще могут оказать сильное сопротивление, это hg3. Теперь играем, черные проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за черных. Черные играют аб4, отдают 3 шашки. Затем играют еф6, подрывают пункт е3 и бьют именно на поле c1. Здесь черным не так просто выиграть, потому что у белых все-таки 2 лишние шашки. Наиболее логичный вариант здесь bc3. Ну и в этой позиции гроссмейстер Городецкий предлагал нападать таким образом. Но здесь какие-то есть еще шансы за белых. Мне удалось найти точный выигрыш. Играем hg5. То есть на ход gh4 просто пойдем в дамки в дальнейшем. А если белые в этой позиции играют, ну допустим, de3, тогда играем gh4. И у белых здесь возможны 2 варианта. Первый вариант — это пожертвовать шашку и попытаться прорваться в дамки. Тогда играем gf6. И у белых снова возможны 2 варианта. Если белые отдают шашку в эту сторону и играют de7, тогда просто играем bc5. И видите, друзья, белым невозможно поставить шашку в дамки, потому что она тут же ловится. То есть если белые ставят шашку сюда, дамку сюда, то тогда играем аб6 и затем dc3. И бьем, ну допустим, на поле g1. То есть так играть нельзя. Если черные, то есть белые ставят дамку на поле d8, тогда уже отдаем таким образом шашку. Ну и затем бьем на пункт f2 или на g1 с выигрышем. То есть в этой позиции белым нельзя ставить дамку ни на одной из полей. А после хода аб2 черные проводят вот такой удар. Отдаем 2 шашки и затем бьем вот таким образом с легким выигрышем. Если в этой позиции белые отдают шашку в эту сторону и пытаются прорваться в дамки, тогда играем fe5. Ну и снова, видите, белым нельзя ставить дамку ни на одной из полей. Сюда нельзя из-за простого отхода дамки, а сюда нельзя из-за того, что мы играем аб6 и затем dc3. И дамка также гибнет. То есть в этой позиции приходится играть либо аб2, либо аб4. Если белые играют аб2, тогда черные побеждают ходом hg7. То есть видите, белым некуда ходить, приходится куда-то ставить дамку, и они проигрывают. Если же белые играют, ходят на, допустим, поле b4, тогда черные побеждают вот таким образом. То есть отдаем одну шашку, затем вторую, и затем бьем на поле g1 с легкой победой. Ну и последняя позиция в этом варианте. Если белые не желают жертвовать шашки, играют аб4, хотят сыграть затем b5 и прорваться, или пожертвовать шашку сперва и прорваться на ослабленном правом фланге черных, тогда играем gf6 и на ход b5 точно жертвуем шашку ходом fe5 и нападаем с поля a3. Ну и белым просто некуда прилично пойти. Какую-то
возможность для сопротивления еще белые могут оказать после хода f7, но выигрыш есть и после боя на поле f6, а можно выиграть красиво. То есть бьем дамкой и на размен жертвуем шашку и нападаем с поля c5. И здесь возможен красивый выигрыш, необычный прием под названием распутье. То есть на играть gf4, бьем на g1 и белые играют fe5. Кажется, что белые достигают ничьей, то есть у них лишняя шашка, но это не так. Черные побеждают во всех вариантах. hg7, ed6, gf6, dc7 и черные играют gh2. Тихо и скромно, и белым просто некуда ходить. То есть на постановку дамки на d8 мы обрезаем шашки белых от похода в дамки таким образом. Если же белые ставят дамку на поле b8, тогда жертвуем шашку и бьем либо на поле d6, либо на поле b8. То есть на поле c7 бить нельзя, здесь белые достигнут ничьей. А после боя на b8, видите, на такой ход, не давая провести в дамку черным, просто нападаем. А на такой ход просто ведем вторую шашку в дамке и также легко побеждаем. Теперь рассмотрим возможности белых, связанные с ходом gf4. После хода gf4 черные играют в этой позиции cd6. И видите, друзья, стоит угроза. То есть отдали одну, затем вторую и забрали три. Поэтому белым надо как-то закрываться либо ходом cd2, либо ходом ed2. Если белые закрываются ходом cd2, тогда черные размениваются вот таким образом. То есть вот данный вариант был в партии как раз Беспалов-Городецкий. Теперь черные играют ef6 точно. И на ход ef2, gf2 сильнейший ход. Черные в этой позиции играют fg5. Ну и теперь, видите, у белых остается единственный ход d5. Черные проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Играем fe7, затем жертвуем еще одну шашку и подрываем пункт e3. Ну и здесь лучше всего побить на поле g1. Белые могут разменяться таким образом. Тогда играем gh2, ну и на ход d3 играем hg7. Затем подрываем пункт f6 следующим ходом, ну и легко побеждаем. Если белые в этой позиции закрываются ходом e2, тогда размениваемся. Также и снова играем EF6. Ну и в этой позиции, ну EF2 бесполезно играть, белым лучше всего разменяться. Тогда точно бьем на поле D6, заставляя белых еще раз размениваться. То есть, видите, закрываться плохо, просто играем DE7, грозим сыграть CB4, а на ход CD2 играем HG5. И затем неминуемо подрываем пункт E3. То есть так играть нельзя. Поэтому белым остается играть только GH2. Ну и после размена здесь есть точный выигрыш. Играем DC5. И, друзья, несмотря на простоту, у белых здесь нет ничьей. То есть, видите, нет хода FE5 из-за простого CB4. Но на ход HG3 играем именно DE7. Лучше подтягивать эту шашку, оставляя шашки на своем сильном левом фланге. И на ход GH4 играем скромно EF6. Ну и далее просто на CD2 играем HG7. И на ход DE3 уже единственный ход проводим. Простейший ударчик и легко побеждаем. Теперь, друзья, рассмотрим вторую систему игры за белых, связанную с жертвой шашки D4. Белые играют DC5. Ну и после такого размена здесь возможны три хода за белых, рассмотренное гроссмейстером Вениамином Городецким. FG3. На FG3 играем EF6. Теперь на нападение размениваемся в центре. Ну и здесь черные легко побеждают за счет того, что у них лишняя шашка. То есть после размена играем HG7 и на ход ED2 играем DE7. Ну, допустим, GF2, AB6. На нападение размениваемся таким образом. И на ход CD2, друзья, у нас лишняя шашка, мы ее можем обратно отжертвовать, но получить прекрасную позицию. То есть играем BC5, и на нападение играем CB4, отжертвовали лишнюю шашку, и нападаем на ослабленный левый фланг белых. Надо отходить, снова нападаем, надо снова отходить.
черные ставят дамку, но здесь должны легко победить. Я думаю, вы здесь справитесь сами. Второй вариант игры за белых связан с ходом d3. Белые пытаются отыграть потерянную шашку, но тогда черные проводят вот такой размен. Ну и на ход cb2 играем аб4. И, друзья, видите, у белых ослабленный левый фланг, то есть неудачно стоит шашка на поле а1. Будь она на поле c1, у белых была бы прекрасная позиция, а здесь эта позиция проигранная, вот из-за как раз одной шашки. Тогда играем аб6, ну и белые здесь проигрывают во всех вариантах. Давайте рассмотрим наиболее логичный вариант, который был... рассмотрим гроссмейстером Городецким. hg3, hg7, gf4, b5, ed2. Видите, белые грозят разменяться назад. Ну, была b3. Белые играют fg3, ну и черные играют gf6. gh4, bc7, gf2. Белые строятся в центре, но черные этого не боятся. Играем cd6. И на размен играем аб4. То есть в этой позиции, ну, можно даже dc7 сперва пойти. То есть, ну, можно аб4. То есть грозим, надо закрываться fe3. Ну и теперь играем dc7. Белые играют ef4, и теперь черные играют cd6. Как играть белым? То есть единственный ход dc5, тогда играем fe5, ну и белым некуда ходить. То есть на ход cb6... После размена играем bc3, и черные остаются с лишней шашкой. Еще в этой позиции после хода dc5 и fe5 возможен был ход de3. Ну тогда размениваемся и играем bc3. Видите, друзья, отходить нельзя из-за того, что черные попадут в дамки, поэтому белым надо играть fg3 и затем gh4. Но в этой позиции черные точно побеждают. Играем ed6, ну и во всех вариантах черные легко выигрывают. Можете убедиться в этом сами. Ну и последний вариант в этой позиции, связанный с ходом hg3. Наиболее, наверное, сильнейший. Тогда играем gf6 точно. И теперь на нападение играем fe5. Слабость белых в том, что их шашка c5 оказывается изолированной от остальных шашек. Играем bc7, ну и на ход cd2 играем точно cb6, именно таким образом. То есть выбиваем важную шашку из центра белых. И теперь после размена играем dc7. На ход ed2 важно сыграть именно cd6. Обратите внимание, друзья, что cb6 играть нельзя. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. То есть белые в этой позиции сыграют dc3, затем отдадут еще одну шашку, еще одну. И видите, здесь уже белые прорываются в дамки. Ну и черным здесь явно не победить. Так что будьте внимательны, друзья. Партия продолжается до тех пор, пока у соперника остались шашки, или он не сдался, или у него не закончилось время. То есть cb6 нельзя нападать в этой позиции. Нападаем именно cd6. Ну и после размена здесь уже просто. Играем hg7, ну и на ход аб2 играем gf6. То есть видите, друзья, ходов de3 и fe3 нет из-за того, что черные зайдут в любки. А на ход dc3 играем gf6. Снова нельзя играть de3 из-за хода ed6, и белые остаются без шашки. А здесь на ход bc3... Так, в этой позиции на ход bc3 играем fg7, ну и стоит неотвратимая угроза ef4 и с выигрышем шашки. Ну и на ход, на любой ход, в принципе, здесь выигрыш шашки. А если в этой позиции белые играют аб2, допустим, тогда gf6, и на dc3 снова строим колоночку. Ну и на ход fe3 здесь уже проще отдать две шашки таким образом и забрать 3 с легкой победой. В этой позиции также возможен за белый ход ed2, тогда снова нападаем, надо закрываться. И в этой позиции важно запомнить, что не выигрывает ни dc7, ни hg7, а к выигрышу ведет только fg7. То есть, друзья, теперь на ход cd2 мы строим колонку, грозим отдать одну шашку, забрать две, а на ход de3
мы нападаем на шашку, надо отходить, и теперь проводим вот такой удар. И видите, черные здесь побеждают за счет рожна на поле c3. То есть у белых рожон на поле d6, но видите, белые здесь не могут пройти в дамки, а черные постепенно шашку опять проводят либо в дамки, либо, допустим, ну не знаю, допустим, так, ну как-нибудь так, то здесь, видите, черные все-таки идут в дамки, и белым надо за две шашки забирать лишь одну. То есть они здесь проигрывают во всех вариантах. Ну и последний вариант в этой позиции, связанный с ходом gh2. Тогда нападаем, надо отыгрывать шашку, снова подтягиваем шашку и нападаем. Белые снова отыгрывают шашку, но здесь форсированно играем fg7 и f6. То есть снова построили колоночку, грозим отдать одну, забрать две. А на ход fe3 единственный, нападаем, заходим в любки, надо отходить. Размениваемся и спокойненько забираем. С лишней шашкой здесь черные должны легко победить. Друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, можете поделиться этим видео в соцсетях. Ну и, друзья, в связи с возможной блокировкой YouTube, выложу в описании этого ролика и в комментариях закреплю свой телеграм-канал шашечный, так что подписывайтесь и на него. То есть в случае блокировки YouTube, видео свои я буду записывать именно там. Не теряйте меня. Друзья, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если что-либо неясно, отвечу на все вопросы. Давайте воевать только на шахматной доске. Играйте много, играйте честно. Увидимся на шашечных баталиях. До свидания.